Всем привет, я Олег, РЗ9АЗ. Мы находимся в Димарино, Пласт. Какой номер? 13-й, очно-заочный чемпионат России. Леха, Родина ИП. Будущий чемпион, кстати. Либо в гостинице, либо здесь, в общем зале. Здесь классы. То есть здесь классы, в классах стоят кровати, вас там ждут. 20:00 ужин. Эд собирает антенну уже 5 часов. Ну посмотрим, до сколько мы ее завтра соберем. Сейчас мы пойдем курить шашлыки и пить. Немиров. В общем, все классно пока. Так и будем готовиться? Да, всем привет, народина. Пиво холодное, водка холодная, квас холодный. Где водка холодная, не вижу, где водка холодная. И девчонки у нас красивые. Ну все классно, в общем. Смотри, какая классная столовая на чемпионате. Я считаю, что вообще супер. Два. Супер просто. Два. Будем признательны. Вот так вот. Вот так вот ужинают будущие чемпионы. Связи после начала теста брать, жопа сразу крутилась, опа, как обрезалась. И все, никак не самое. А потом, когда сняли антенну, говорит, головка самореза, она отвалилась, и все. Один конец питания. Все понятно, некачественный саморез. Китайский, ну что сделать, китайцы? Желтые братья, посмотрим. Вот что. Я был с левого бока после. Значит, мы сейчас перед Качкарем уходим, да, на трассу? Вот смотри, вот она дорога, вот мы по ней ехали. Вот поднялись, да, потом будет резкий такой поворот. Вот тут вот какой-то лесочек будет, да? Вот сначала лесочек. Потом проезжаете этот лесочек, вот чуть-чуть, и справа будет огромная поляна. Еще. Я думаю, что погода не поедет. Участнику Ра-9 Анна Иван Павел и Ра-1 Анна Иван Павел и самым восточному участнику Уа-0 Анна Николай Васильевич. Кабель тащи, блядь. Кабель? Мне ПЛ нужен. Изолента есть? Изолента нет. Дай изоленту. Владя, бери веревку, привязывай. Растяжки вяжите. Я-то не умею. Не надо узлы вязать. Морские. А лучше морские. Морские раз. Соля навязал растяжек. Два по мне как затащит, а раз. Неси интервью. Вот я принес. Инвертор цепляйте. А понимаете, как его цеплять? А где кабель? Ну, 8 расходим. Второй. 8. А когда отмотать надо? Еще 4.
Нет, приходите. Блин, ну Олег тоже уже, конечно. Я понимаю, мужики устали. Правильно, на солнце перегрелись, не долго работать. Не обижайтесь на меня. Так, а где эти еще-то, Маша? Должен носить. А где? Вон они, вон. Дай я лучше закурю и это успокоюсь. Значит, куда вяжешь? Здесь литков. Так, все, кабель этот здесь, да, быстренько кабеля перепрыгну. Так, подвяжемся. Значит, заметите, разберетесь, где кабеля, к чьи разберетесь, так? Все, готовность номер один. Я бросаю. Зачем бросать? Держи, это держи. Я уже в натяжках. Все, натяжек. Он уже подрос. По результатам чемпионата России по радиосвязи на коротких волнах слово предоставляется спортивному комиссару СРФ Буклану Игорю Борисовичу. Сначала инструменты Челябинской области. Андрей, нехорошего? Тем не менее победили сильнейшие. Итак, третье место, почетная доска, грамота в индивидуальном зачете присуждается РВ-9 Дмитрий Знак. Итак, коллективки вообще порадовали. Результат настолько плотный. Вы, наверное, после будете биться друг с другом. Там, кто четвертое, кто третье, кто пятое, кто второе. Результаты вообще никакие практически. Все решили действительно единицы. Третье место. Почетные грамоты, доску и аплодисменты получает команда УА-9 СДЖ и РА-9 Сокоща. Поздравляю. Поздравляю. Ну, вешай. Сейчас. Вот сюда. Сюда смотрим. Спасибо. Держи. У нас были споры судейские. Было много вопросов. С него снято немало очков, как в одном, во втором туре. Но результат хватил для того, чтобы занять второе место. Р1 Анна Иван Павел. Кто так правду идет? Я сделаю партнер. Второе место среди коллективных радиостанций, среди командного зачета. Также в упорнейшей борьбе. Очко в очко. Молчать! Среди коллективов 5 станций. 5 станций могли быть первыми. Один множитель был больше 10 QSO. То есть множители решали все в итоге. Можно было сделать связи на 150-200 больше и меньше множителей получить. И все. Поэтому результаты все вот так вот перекручены. Итак, второе место среди команд
RX-9VR, RX-9VX. Так, мы это всегда смотрим, да? Кому поворачивать? Сейчас. Молодцы, на своем зачете. Медаль чемпиона, лента чемпиона России. Медаль чемпиона России, доску и диплом. А ему могло не повезти, у него был на то повод. Не томи. Практически не повезло. Мне даже по этому поводу приснился почти сон. Не, я с небольшим отрывом от первого места. От второго места. А у него 0,5. Небольшим. У А4 Роман Центр. Его судья появился на позиции за 2 минуты до начала соревнований. Это за первое место карточку Киллан Браво. На 160 ртитивай. Так, первое место. Тоже отрыв от второго места. Они молодцы. Помогало много народу. А вот здесь тоже поподробнее. Поддержку просите, подписывайтесь. Куку там есть. Анна. Ну, буквально. Умолен выводи, Дима! У них тоже были сняты очки за нарушение. Ухватил очков. Чемпионы. Молодцы. Ноги, ноги. Молодцы. Парни, молодцы. Питер. Похлопаем. Ура! Ну, пару слов. Какие впечатления? Ну, впечатления очень плохие. Второе место – это первый раз, когда я занял матч в нашей России очном. Это стимул хороший. Естественно, есть большой стимул для того, чтобы в следующем году выступить лучше и занять первое место. Ну, будем работать. Ну, так и сделаем. Конечно. Ну что, второе место личное и командное? Ришат, какие планы на будущее? Выигрывать дальше. Я думаю, что надо, конечно. Конечно, в следующем году. Второй год подряд, второй. Ришат, а где у тебя медаль? Во-во-во. Я считаю, что для первого раза, мы выступаем этой командой. Мы ударили, собирая антенну, чего это только стоило, конечно, ее собрать. И второе место это очень почетное, достойное на мероприятии. Большой стимул, трамплин к первому месту. Поэтому все будет классно. А вот этот самый бронзовый призер, как бы. Да снимай, Ша. Бронзовый призер. Говорил о том, что у него, так сказать, были проблемы и с антенной, так сказать, что-то там не работало. Но, тем не менее, человек все равно смог собраться, мобилизоваться и до конца отработать. В результате был достойно при этом вознагражден. Очка не хватило. Да там извините, конечно, но я не буду ничего говорить. Я ставлю это без комментариев, поэтому давайте снимем просто. И до будущих встреч. Ну, пару слов, какие впечатления, а?
Кого будем зашибать? Да. Первое место и второе место. Мужики, какие эмоции? Самое хорошее. Все было честно. И как бы, да, надеемся, все было честно. И, в общем-то, я думаю, что в следующем году мы еще раз примем участие в соревновании. Ну, естественно. А там уже до Бразилии недалеко. I didn't need